Коронавирус добрался до Дональда Трампа. Президент Соединенных Штатов написал в Твиттере, что он и первая леди получили положительные результаты тестов на COVID-19. По словам американского лидера, они с Меланией немедленно отправляются на карантин и начинают лечение. Накануне стало известно, что коронавирусная инфекция обнаружена у ближайшей советницы и доверенного лица президента Хоуп Хикс, которая регулярно сопровождала главу государства на борту номер один. В том числе Хикс была рядом с Трампом во время поездок в Огайо и Миннесоту ранее на этой неделе. Американский лидер в последнее время много путешествовал по стране в рамках кампании перед президентскими выборами 3 ноября. Он выступал перед тысячами людей, несмотря на предупреждения медиков об опасности массовых мероприятий. Трамп не раз становился объектом жесткой критики из-за действий властей в условиях пандемии, которая унесла жизни более 200 тысяч человек в США. Президент всегда утверждал, что действовал правильно.